Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения градостроительного законодательства двумя застройщиками и выяснила, что последние предоставили в администрацию подложные документы о выполнении тех условий по водоснабжению и водоотведению. Сделано это было, чтобы ускорить ввод объектов в эксплуатацию. Речь об административном здании в 11-м проезде и многоквартирном доме на Кудряшова. Подложные документы, к слову, предоставляли нанятые представители застройщика. Данные обстоятельства являются преступлением, в связи с чем прокуратура района подготовлены материалы проверки, которые направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения и решения вопроса об уголовном преследовании лиц, виновных в совершении данных преступлений. В настоящий момент проводятся следственные действия по данным материалам проверки. Уголовные дела возбуждены и расследуются.